Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 3 февраля. Святитель Симеон, епископ Тверский. Был 7-м половским епископом и 1-м епископом Тверской епархии. Происходил он из рода князей половских. Кафедра святого первоначально была в Половске. Но враждебные нападения и распри литовских князей, убийство в 1263 году половского князя, его племянника, принудили переселиться в Тверь. Тверский князь Ярослав Ярославович в то время стал великим князем России, и Тверь он избрал своим престольным городом. Блаженный Симеон был снисходителен и добр к обиженным и несчастным, внимателен к иноческому и священническому чину и грозен для оскорблявших правду. Никоновская летопись говорит, что святитель этот смыслен, зело и силен в книгах Божественного Писания, учителен, добродетелен, нищие, сироты и вдовицы жаловаша, и обидимых заступляша, и насилуемых избавляша. История сохранила нам разговор святого Симеона с половским князем Константином, которым, желая посмеяться над своим тиуном, судьей, спросил за обедом у святителя, где будут тиуны на том свете? Симеон ответил, тиун будет там же, где и князь. Князю это не понравилось. И он сказал, тиун судит неправедно, берет взятки, мучит людей, а я что худое делаю? Владыка объяснил ему, если князь добрый и богобоязненный, жалеет людей, любит правду, и поставит тиуна, человека доброго и богобоязненного, умного и правдолюбивого, то князь будет в раю, и тиун его будет с ним. Если же князь без страха Божия не жалеет христиан, не думает о сиротах и вдовах и поставляет начальника злого, нерассудительного, а только бы доставлял ему деньги, то и князь будет в аду, и тиун его с ним. Скончался святитель Симеон 3 февраля 1289 года. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.